Так, ребята, приветствую. Такую вот я хреновину сделал. Ну, я сделал, в частности, корпус на нее. Это FM-модулятор, но увеличенной мощности для всяких пиратских экспериментов. Ну, в общем, заказал мне человек просто корпус. Выглядит это вот так вот, таким образом. То есть, самоплата. С обратной стороны я, наверное, уже ее не покажу, потому что здесь у меня запаяно. Здесь стоит такой себе. Так, попробую показать. Ну, то есть вот здесь запаял я основу, на которой стоит все это дело. Вот посеребряный провод. Заходит в разъем БНЦ. Вот. Здесь у нас питание подается по USB микрофон. Ну и разъем для наушников, для подачи сигнала. Также здесь у нас имеется частота, коррекция частоты. В широком спектре регуляет громкость, ну и пауза. Ну, заявленные характеристики, там сколько, по-моему, 100 мВт. Как сказал мне человек, 100 мВт. Подключается это все дело. Ну, так, сейчас я закрою, попробую подключить, показать, как он... Основа, как всегда, мои любимые СМРК, которые я беру на базаре, покупаю. Шикарные коробочки, как по мне. Очень удобные. Для всяких там поделок. Незаменимая вещь. У дедов беру. Так, значит, запускается это все дело от USB кабеля. Вот так вот. Сейчас подсветочку выключу. Вот, смотрим, да, частота. Вот она корректируется. Пальцем я тут жму. Ну, видите, да? Частота корректируется нормально все. Попробую подключить. В принципе, несущая должна быть. Углы, конечно, здесь специфические. Вот то, что он должен показывать. Ну, по факту так показывает. Сейчас включу, продемонстрирую. Подключу к антенне своей трем квадратам. Так, подключил. А микрофон, кстати, работает здесь. Если не включать разъем, выглядит это примерно так. Вот видите, а частота 93. Как амплитудка прямо. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Пиратское радио. Шаленый радио. Радиоаматор. Так, 1, 2, 3, тест. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, проба. 1, 2, 3. Ну, работает. Попробуем даже. Может быть, попробуем тут на небольшое расстояние. Может, услышит кто. Вот такой вот модулятор. Это я подключил пока его к трем квадратам на двойку.